Блаженны жаждущие, алчущие правды, где в горле спазм от суховея лжи. Не зная истины, считают то утратой и спрашивают поздние дожди. Искатель правды ирится вниманием, пометки делает в своем календаре. Христа младенца отыскать обманом, а в Вифлееме горе у дверей. Юродивые притчами в баснях народным мнением тиранов обличали. Сказать о правде грозному опасно, и истину в покрове облачали. Врачи боятся правду говорить, страшать за жизнь опасного больного. Стерильной сводкой тешились цари, мы против правды погрешаем много. Расследование бурно идет о личной жизни Иванфасы в профиль. Как, почему в обвал сползает лед, а мир сползает к явной катастрофе? Закон пружины, повторение войн. Желаем правдой исцелить народы? Игра идет. Поставлена на кон земная жизнь и будущность за гробом. Какую правду мы хотим узреть? Правителям угодную, сенату? Полпред неправды будет руки греть в угоду мафии безумству знати. Скрывают правду подлинную все. О личной жизни камуфляж кокетки. Вот стража ждет томительно рассвет. В гробе истина спеленутая крепко. Слетает ангел, стража помертвела. Начало новой эры, но проходит стресс. Солдаты лгут, скрывая сущность дела. Христа украли, мертвый не воскрес. Века борьбы за правды торжество. Христу кто верит, правду защищает. Лжецы и судьи верят в воровство. И судят тех, кто воскресенье чает. 2 сентября 1986 года. Барнаул, тюрьма, 112-я камера.